Отходя, несите след, как маяк в туманном море, как лекарство против горя, как сердечности привет. Приходя, несите свет, свет любви средь серых будин. Дорогие друзья, добрый вечер всем. Я думаю, что я могу говорить, что здесь собрались действительно друзья. Те, кто любит наш Витебск, кто гордится его историей, кому не безразличен облик нашего города. Спасибо вам, что вы сегодня здесь, в самый волнительный момент проекта «Метаморфозы города», к которому я шла больше 3 лет. Почему появился проект? Потому что наш город удивительный. Потому что именно в нем 100 лет назад Казимир Северинович Малевич и утвердители нового искусства сделали то, что не делал никто в мире. И когда спрашивают, как родилась идея проекта, а это идея Казимира Севериновича и его единомышленников. Потому что в 1920 году они обычные дома нашего Витебска, скорее всего, за Двиной, ведь Витебск у нас был так сильно разрушен, раскрасили белой краской, как утверждал Сергей Эйзенштейн, и по этой белой краске, да, разбросали разноцветное супрематическое конфетти на улицах ошарашенного города. Самое интересное, жителям это понравилось. Прошло 100 лет. Что мы можем повторить за ними? Хотя бы чуть-чуть пройти по краю гениальности этих людей и украсить наш город, изменив его облик. Такой неуемной энергии у меня не было сомнений, что проект будет реализован, несмотря ни на какие преграды, погодные, климатические, абсолютно любые. И сегодня мы даем старт этому проекту. Конечно, это уже секрет Полишинеля, потому что, наверное, во всех соцсетях этот проект засветился. Уже многие витебчане сфотографировались на фоне той стены, на фоне которой стоим сейчас мы. Но вы знаете, действительно, идея, может быть, и лежала на поверхности. Но вот так вот взять ее, обработать, красиво подать. И мне приятно, что действительно этот проект продолжает нам рассказывать про историю города Витебска, про искусство, которое зарождалось в городе Витебске, и даже, наверное, больше про философию искусства, которое здесь зарождалось.